Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 12. Эти два квадрата составлены из одинаковых треугольников трех разных цветов. Да, действительно, вот для составления данных квадратов использовали треугольники желтого цвета, голубого цвета и розового цвета. Сколько еще разных квадратов можно составить из таких треугольников, если вот квадраты, перевернуты в разные стороны вот таким вот образом, считать одинаковыми? Нарисуй в тетради все возможные квадраты. Не забудь, что квадрат также можно составить из треугольников одного цвета. Давайте посмотрим, какие квадраты мы можем составить. Ну, во-первых, давайте составим квадраты из треугольников одного цвета. Вот из голубого цвета мы составили квадрат такой. Взяли два треугольника желтого цвета и составили желтый квадрат. Взяли два треугольника розового цвета и составили вот такой квадрат. Ну и еще мы можем взять треугольник желтого цвета и розового цвета и составить вот такой квадрат. Четыре разных квадрата можно составить из данных треугольников. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.